Ведущих боксеров со всей Европы с 8 по 14 октября собрала Черногория. Честь Бурятии в составе сборной России защищал Баир Батваев. Наш спортсмен взял золотую медаль весовой категории до 51 килограмма. Провел 3 боя, все выиграл уверенно. Финальный бой особенно был волнительный, сложный в плане, в психологическом плане. Маленько напрекся. Один момент еще... гордость, когда играет гимн страны и флаг в другой стране. Это было большое удовольствие для меня, стоя в другой стране на первом месте. Гордился. За успешные выступления нашего спортсмена поблагодарили и поздравили министр спорта и молодежной политики Бурятии Иван Козырев и президент Федерации бокса Республики Валерий Доржиев. Конечно, мы все очень болели и переживали, смотря бои, прямые эфиры. И на самом деле, мое личное мнение, что бои, конечно, во всех трех боях абсолютно уверенно и бескомпромиссно одержал все свои победы. Ну, я думаю, он сам об этом скажет, про свои ощущения. Вот, но со стороны, конечно, это просто отличные бои. Сегодня нам нужны патриоты. Как президент нашей страны сказал, буряты не отступают. Также у нас вот Баир все 3 боя провел так, как надо. Прямо я с большим удовлетворением отметил это, что Баир молодец у нас. У нас все спортсмены молодцы. В планах у Баира Батваева выступить на Олимпийских играх. И там он мечтает оказаться как минимум в призах. Андрей Слепнев, Евгений Павлов. Новости дня.